Птицефабрика «Восточная Агро» в Новотроицке, единственный производитель мяса индейки в Оренбургской области, вскоре может сменить собственника. По сообщениям СМИ, владельцы контрольного пакета акций предприятия готовы расстаться со своей долей за 750 миллионов рублей. Рассматривается и вариант полного выхода из бизнеса. В этом случае цена птицефабрики составляет чуть более 1 миллиарда рублей.